это новогоднее выступление, а сегодня у нас будет конкурс, поэтому позвольте представить вам жюри нашего конкурса, участницы и шестой класса. А также напомнить о номинациях. Пожалуйста. Четыре номинации. Лучшая сценка. Лучшая песня. Лучшие костюмы. И лучшая презентация. Новый год. Самый яркий, радостный праздник. Каждый отмечает его по-своему. Одни встречают Новый год дома в семейном кругу, другие идут в ресторан, третьи едут в зимний лес на природу. А я сегодня предлагаю вам совершить незабываемое путешествие на машине времени по сказочной планете песни года. Интересно. Десятки великих умов мира пытались построить машину времени, и все безуспешно. А вы вот так вот просто предлагаете нам на ней прокатиться? Как это? Ну, все очень просто. Сейчас кому Нового года, пора, когда исполняется желание. Все, даже самые нереальные. Стоит только захотеть, и все получится. Поэтому усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Неужели все так просто? Даже сейчас мы отправимся. Где будет проходить первая песня года? А ты вот загадай любой год из прошлого и посмотришь, где мы окажемся. Что ты делаешь? Подождите, я гуглю. Какой год загадать? Гугли, боже, без гугла никуда. И что он показывает? Пишет с 1998. 98? А почему 98? А потому что именно в 98 была создана компания Google. Боже, ничего себе, как интересно. А что еще произошло в 98-м? Ну, я думаю, нам расскажут ребята этого года. 98-й год, надо и приветствуем год 1998. Он столько принес в этот мир непростой. Он год полосатого тигра зеленого. Там больше смешного получить. Год начался весело и празднично. 9 января в Москве прошло шоу «Танец и мода». Встречаем победительниц конкурса. На сцене появляется модель в домашнем платье. Thank you.
Ночи самбы, тащусь от самбы. Словно я сердце. Я мастер самбы, да, по ночам. И деньги потеряли свою ценность. Но мы не унываем. Мы шику даем. Так как в этом году родились мы. Все вокруг говорят, что живу без шика я, что не летаю за моря и не трачу денег зря. Днем гоняю голубей и свои сомнения, а ночью думаю о ней и пою Есенина. Могу до неба достать и дотянуться рукой, если любовь свою ждать, то это так легко. Это так легко. Это так легко. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Пойду по соль, дай по звездам. Ой, мамочка, дам, шика, дам. Ой, мамочка, дам, шика, дам. Ой, мамочка, дам, шика, дам. Ах, пойду по соль, дай по звездам. Ой, мамочка, дам, шика, дам. Ой, мамочка, дам, шика, дам. Ой, мамочка, дам, шика, дам. Ах, пойду по соль, дай по звездам. Ой, мамочка, дам, шика, дам. Ой, мамочка, дам, шика, дам. Ой, мама, шикадам, шикадам. Ах, пойду босой, дай по звездам. Почему бы и нет? А ты знаешь хотя бы об одном событии того года? Я нет, но Гуглу. Нет, давай дадим Гуглу отдохнуть, а об интересных событиях того года нам расскажут те, кто в этот год родились. 97-й год! Здравствуйте! Добрый день! В эфире телекомпания Чертаново 97, программа «Новости». Пусть под небом предрассветным на минуту вам сгрустнется. Год уходит незаметно и обратно не вернется. Меж годами нет границы, потому что в каждом годе счастье старое хранится, счастье новое приходит. Сегодня мы вспомним самые значительные события 1997 года. Впервые английские ученые создали клонированное существо овечку Долли. Королева Великобритании Елизавета II доказала всем, что и монахи идут в ногу со временем, открыв первый официальный королевский сайт. Из-за ошибки программистов во Флориде мировая сеть интернета потерпела самый большой сбой в истории. На экраны США вышел фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода 2. Затерянный мир». Продолжение «Парка юрского периода». В сентябре 1997 года Москва отпраздновала свое 850-летие. Саша, а ты не знаешь, идет часто снег? Конечно, знаю. У нас за окном. А где не бывает снега? Как где? В Африке. Ты не права, в Африке тоже идет снег. Об этом наш первый репортаж. На связи наш африканский корреспондент Егор. Егор? Олег Вячеславович, меня слышите? Я вас отлично слышу. Что у вас происходит? Все еще нанижено для всех. У нас выпал снег. Африканские домини, что с ним делать? Они не катают на санках, не играют в мешки. Даже не лепят снежных баб. В пустыне форменная пробка. Верблюдом не пройти, не проехать. Коммунальная служба в Африке. В полном затруднении. Они не знают, что делать с снегом. Начать убирать и ждать, пока он растает. Смотри.
спрошу наших друзей, пару вопросиков задам. А как вам вот атмосфера, как вот Новый год, как зима, как вот вам нравится? А африканцы говорят, что им все нравится, только очень холодно. А вот скажите, раз, как вы празднуете Новый год, как вот вы будете, ну, что будете наряжать? Они говорят, что будет прыгать вокруг пальцев. А вот, скажите, еще один вопросик я вам задам. А вот скажите, что вы закупились теплой одеждой, теплыми ботинками, шубу на зиму? Говорят, да, купили, все, как бы, все хорошо. И самый последний вопрос, вот задам я вам. Что входит в ваше меню? Что вы будете кушать на Новый год? Что не любят карнавагентов? Этот год был богатый на другие события. Теперь о новостях спорта. Майк Тайсон в третьем раунде боя откусил ухо своему сопернику Ивану Поляку. А украинский боксер Виталий Кличко выиграл бой против Келвина Джонса в Кении, нокаутировав его за 12 секунд до конца первого раунда. В мире музыки в этом году появились замечательные композиции, и наша группа готова исполнить для вас попурри из нескольких песен. Серый питерский вечер, я пошел в один дурном настроении. Только вижу, вдруг идет мне навстречу, то ли девочка, а то ли везенье. И как будто мы знакомы с ней даже, помнишь, что ты вот тогда день рождения. И, по-моему, зовут ее Саша, то ли девочка, а то ли везенье. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным зимним после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она прошла, как каравелла по зеленым волнам, прохладным зимним после жаркого дня. Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я. Она давно и грустно, но и горький кружит. Не тая, это звучит.
вас снова в 2013 году. Ну, как тебе события 97-го года? Впечатляет. Снег в Африке? Кто бы мог вообще о таком подумать? Вот-вот, а мы ведь только в середине нашего пути. Посмотрим, что будет дальше. Точнее, что было раньше. Да, 96-й год. 96-й год, может быть, на весенний год. Давайте, я думаю, это был самый знаменательный год в моей жизни. Помню, лежу, завернутый в одеяло, все в белом, улыбаются. В белом, с липочкой тоже. Нет, врачи, я в этот год родился. Ну ничего себе, поздравляю, тогда действительно интересный год будет. 96-й, на сцену, пожалуйста, приветствую. Прошу внимания, придет, несется к нам мышиный год. И в темноте и в свете дня пойдет мышиная возня. Это был суровый 1996 год. Суровый. Здорово, бандиты. Мы родом 1996 года. Года 20-х Олимпийских игр. Покорение космоса. Рождение хороших людей. Представляем этапы этого года. Январь, февраль. Месяцы родились умнейшие люди нашего класса. Крушенцова Анастасия, Булимов Максим, Никулин Егор, Гомин Антон, Павлова Ольга, Пашка Владислав, София Кульну, Мельник Игорь, Полякова Татьяна, Полякова Юля, Тюменцев Даниил, Завьялова Алина. Март, август, сентябрь, декабрь. Покорение космоса и рождение будущих астронавтов. Это Рудковский Егор, Арсланов Амирхан, Солдатенков Александр, Алабердин Кирилл, Калашников Никита, Нурисов Ульмир, Маликов Тимур. Если НАСА в 1990 году заявило, что на Марсе может существовать жизнь, то кто же нам поможет ответить на этот вопрос? Есть ли жизнь на Марсе? Приглашаем профессора из карнавальной ночи. Прошу. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? В науке этот вопрос пока неизвестен. Готов исполнить свою любимую песню, которая родилась в этом же году. Все для тебя! Рассветные избы! Танцевали в стиле. Я твой глазик, банька моя, я твой зайчик, солнце мое, я
я твой лучик, Венца моя, я твой ключик, ты Сибирёк. Зайка в песне, мы навсегда с тобою вместе, зайка моя. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Ты бережок, а я речка, ты светелек, а я свечка, ты генерал, я погоны, ты паровоз, я вагоны, крестик ты мой, я твой нолик, ты мой удав, я твой кролик, ты побежишь, а я рядом, ты украдешь, а я сяду, зайка моя. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Любить тебя страстно, пусть говорят, что это опасно, я для тебя сверну горы. Ты Пугачёва, но я лечу скоро, зайка моя. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Я ночами плохо сплю, потому что я тебя люблю, потому что я давно-давно тебя люблю. Давай заглянем 95-й. А давайте. Приветствуем, друзья, 95-й. Давай отправимся куда-нибудь в прошлое. Зачем? Ну давай в 1995 год. Все же мы там родились. Ну давай. Здравствуйте, я ваш гид по 1995 году. И я расскажу вам, что произошло в этот год. Цвет черный, а знак свиньи. Свинья связана с черным цветом, который традиционно ассоциируется с честью и достоинством. Он может символизировать честь по отношению к семье, коллегам и стране. Черный также означает успех и преодоление трудностей. Люди, рожденные в год свиньи, прирожденные рыцари. Они галантны, услужливы, вежливы, щепетильны. Свинья не обманывает, ей можно доверять. Свинья, как ни трудно, кровь умеет ценить дружбу. Она никогда не предаст своего друга, будет стараться помочь ему во всем. Свинья по натуре очень доверчивый, ее как человек, ее очень легко обидеть. Особенно сентиментальны женщины семьи. Они постоянно устраивают любимым людям сюрпризы, дарят маленькие презенты, приглашают на свидания. Они не любят ссориться с любимыми людьми, поэтому не станет спорить и согласиться во всем, даже если те не правы. Свинья по жизни будет избегать конфликтных ситуаций, так как знает, что ей не выдержать споров. Да ничего себе! Вообще неплохо там. Да, мне кладу 95-м. Слушай, давай, чтобы здесь не задерживаться долго, будем мотать чисто на самые интересные события. Давай чисто. На белом-белом поле.
Блещут огнем рестораны и бары, а время час. Танец один танцуют пары в десятый раз. Остановим золотую лампаду, магнитофон. Больше меня не буди, не надо, мне снится сон. На белом белом открывали января. Любимой девушке я имя написал. Не прогоняй меня, мороз, хочу побыть немного я. На белом белом покрывали января. Занимает команда 1997 года. Амир молодец. Риск Дмитриевский в Чебате получил Байков Егор.